учился в Ярославском театральном институте на курсе Воронцова. После второго курса ушел в армию. Затем, в 1980 году, поступил на второй курс ГИТИСа. Руководители С. Колосов и Л. Касаткина, педагог В. Левертов, окончил в 1986 году. Работал в театре-студии под руководством В. Спесивцева в Москве, в Рижском ТЮЗИО Шапира. С 1990 года работает в Ярославском академическом театре им. Ф. Волкова. В кино снимается, в основном, в телесериалах и, преимущественно, в эпизодических ролях.